Польская «Зелена Гура» на своем паркете принимала российский «Автодор». Трей Голден создал 100% момент для Дэвида Кравиша. Промахнуться было очень сложно. А Энтони Айрленд решил завершить атаку сам. Раскачал Желько Сакича и уверенно отправил мяч в корзину. Зелена Гура смогла извлечь максимум из этой контратаки. Желько Сакич забивает с фолом. And one! Пьерин Бьюфорд долго разгонялся, но высоко взлетел. Бум! Данк с двух рук. В начале третьей четверти хозяева вырвались вперед. Гейб Дебо уверенно забил из-за дуги. Всего у американца в этом матче 3 трехочковых попадания. Пржемислав Замойский знает, что в одной атаке можно набрать 4 очка. Треха с фолом. Желько Сакич оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов, а также записал на свой счет важнейшее дальнее попадание в концовке встречи. Также у хорватского форварда 3 передачи, 2 перехвата и 29 баллов за эффективность. Потрясающий результат! Окончательно вопросы о победителе матча снял Гейб Дево. 108-100. Зелена Гура одерживает сверхрезультативную победу.